Всем здравствуйте! С вами главные новости. В этом выпуске наш разговор пойдет о талисмане чемпионата Европы по футболу 2020 года. 27 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене» был представлен официальный талисман чемпионата Европы по футболу 2020 года. В презентации маскота по имени Скилзи участвовал полузащитник «Зенита» Александр Ерохин. Вместе с талисманом 29-летний хаубек сине-бело-голубых показал свои технические способности. После этого футболист поделился впечатлением от талисмана. УЕФА представил Скилзи в качестве официального талисмана Евро-2020 года на прошлой неделе перед отборочным матчем к турниру между сборными Голландии и Германии. Следующий чемпионат Европы, который будет 16-м, пройдет на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА. Финальный матч турнира состоится в Лондоне на Уэмбли. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на наш канал. А с вами были главные новости.